Лето – время активного отдыха. В этом году у молодежи Армении популярен хайкинг. Это разновидность пешеходного туризма. Сотни любителей походов каждые выходные отправляются в горы. Присоединилась к ним и наш корреспондент Лилит Мадунс. Меняли диван на горы. Молодежь Армении предпочитает проводить свой уикенд в походах, потому что наша страна с четырех сторон окружена горными массивами, поэтому устоять просто невозможно. В Армении насчитывается около 400 гор, потухших вулканов и хребтов. Однако исследована всего лишь 1/4 часть этих массивов. Седа Азатян – мама двух малолетних детей. Но и она находит время для покорения новых высот. Пассивный отдых не для нее. Лежать весь день на диване и смотреть телевизор – это не мое. Я думаю, только так можно хорошенько отдохнуть и набраться новых впечатлений. Тем более, что в Армении есть на что посмотреть. Пешие маршруты лучше выбирать, исходя из индивидуальных физических способностей. Не стоит рваться на крутую гору в первый же день. Настоящим хайкером становятся не спеша. Этот вид спорта очень полезен для тех, кто ведет сидячий образ жизни. Надо помнить, что движение – это жизнь, и такие походы – это хорошая профилактика для всевозможных заболеваний, ну и плюс хорошее времяпровождение. В таких походах можно завести новые знакомства и даже выйти замуж или жениться. А еще в Армении популярны длительные пешие походы, которые называются модным словом «трекинг». Туроператоры предлагают маршруты по всей Армении, рассчитанные на 15 дней. В них можно насладиться великолепием армянской природы и подышать горным воздухом. Это не первый мой поход. Я очень люблю Армению, природу нашей страны. Люблю ее изучать, именно ходить по стране. Ничто не сближает человека с природой, как пешие походы. Эти походы носят не только оздоровительный характер, но и познавательный. Поэтому, если вы проводите выходные дома, пора менять диван на горы. Лилит Мадунцова, Ванес Колджан, Мир 24.